Неделя знаний – это не только много полезной информации, необходимой для развития в работе и жизни, но и возможность научиться отвлекаться от насущных проблем, расслабляться и успокаиваться. Специально для этого компания ArcelorMittal Темиртау организовала мастер-класс по рисованию и пригласила художников-преподавателей из Караганды. Мы берем белый цвет на тарелочке, немножко его откладываем, где-то половину этого белого цвета, и добавляем в него темно-коричневый. Чуть-чуть, смотрите, чтобы просто небольшой был оттеночек, еле-еле заметный. Всех желающих попробовать себя в живописи разделили на две группы. Одна рисовала ночную луну с веточкой сакуры, вторая – белые цветы. С самого начала картины у всех получались разными. Таким образом, каждый проявлял свою индивидуальность. Во время написания картины душа отдыхает, говорят участники мастер-класса. Позитивная обстановка и творческая атмосфера эмоционально расслабляют после трудового дня. Мне очень нравится этот мастер-класс. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий добавляли как можно больше, потому что трудовые будни, они очень затягивают. И вот эта вот рутина, работа, 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 и хочется отдохнуть душой. А здесь прям прекрасная обстановка. У кого-то есть боязнь рисования, и они даже боятся купить материал для того, чтобы сесть. Даже если человек приобретает материал, он все равно боится сесть, потому что нет команды. А здесь уже большой плюс, что здесь команда, преподаватель и очень много людей, которые впервые, может, даже сели за этот холст. Это очень весело, подзадоривает. И после работы такое умиротворение. Очень интересный мастер-класс. Пришли, потому что заинтриговало то, что было сказано, что если даже вы никогда не держали в руках кисть, у вас все равно получится. Поэтому пришли попробовать свои силы и посмотреть. Ну, на данный момент пока получается. Мне нравится мой результат. Стоит отметить, занятия живописью также дают большую эмоциональную устойчивость, нацеленность на результат, умение доводить дело до конца и особенно ценный навык воспринимать неудачу как возможность создать что-то новое и уникальное. Кристина Кириченко, Максим Ломакин. Новости Темиртау.